Давай, раз, вдох. В зале только девушки. Женский тренажерный открылся в ноябрьский год назад и уже обрел поклонниц. Организатор бизнеса Оксана Ковалева 20 лет работала в бюджетной сфере. Открыть свое дело решила по франшизе. На определенном уровне как бы решила. Дальше надо развиваться, потому что в найме некуда уже развиваться. И меня всегда интересовала деятельность предпринимательская. В проекте «Бизнес-успех» Оксана и еще 29 ямальских предпринимателей дошли до финала регионального этапа. В их числе 5 самозанятых. В этом статусе Вероника Шестакова делает букеты из полезных сладостей. Ее фирменные десерты – конфеты в форме северных ягод и пельмени из белого шоколада с кедровыми орехами. Цель моего проекта – это создание именно подарков с Ямала. Часто мои клиенты спрашивают, что можно такого оригинального у вас взять и отвезти на землю? Проекты ямальских бизнесменов эксперты оценивают по 5-бальной шкале по множеству критериев. Ни в коем случае не выручка. Выручка вторична. Первично – это насколько сам человек именно горит, как он развивает бизнес, как он мыслит в этом бизнесе. Бизнес на аромасвечах из соевого воска делает Элеонора Зносок из Салехарда. Ее авторский коктейль из можжевельника, цитрусовых и секретных ингредиентов вызвал настоящий фурор. Изюминка является мой авторский аромат, называется «Аромат Ямала». Людям очень сильно понравилось, получила большой отклик. И поэтому было это хобби, а превратилось в целое дело. Проекты потребительского рынка, развитие франшиз и креативной индустрии – эти направления сегодня на Ямале в приоритете. Малый и средний бизнес делает жизнь сибирян с каждым годом комфортнее. Сейчас у нас порядка 17,5 тысяч субъектов МСП, в которых занято 65 тысяч жителей округа. И это уже цифра стабильна на протяжении последних 2-3 лет. Это мы связываем как с активностью предпринимателя, так и с мерами поддержки, которые действуют на территории округа. В каждом регионе я говорю, смотрите, как делают на Ямале, берите с них пример. Здесь даже можно не говорить про конкретные кейсы, а в целом то, что происходит. Как работают предприниматели, как поддерживают предприниматели со стороны региона. Вот все это просто можно упаковывать, транслировать как успешный пример развития малого бизнеса в регионе. «Золотые домкраты» авторам лучших проектов в сфере бизнеса вручили в 11 номинациях. Подарком станут стажировки в крупных российских компаниях. Победители могут попробовать свои силы на федеральном этапе национальной премии «Бизнес-успех». Анна Селезнева, Ольга Климова, время «Ямала», Ноябрьск.